Извини. Ну что, у нас все прекрасно, мы в Европу вступаем. У нас тут недавно, на днях уже был этот самый, ну, праздник. Короче, мы уже там устроили прямо в центре города такой, знаешь, европейский Молдова, стр... Украина, да? А? Молдова и Украина. Да, нас же вместе берут, поэтому вот Ну, вроде бы, я... наша президент устроила, короче, европейский, ну, как бы, скажем так, сбор, ну, сбор, не знаю, как это называется. Короче, национальное собрание, типа, знаешь, в центре. Все люди вышли, танцевали, плясали. Вот что мы уже буквально вот все уже на финишной русский. прямой, а? С русскими общаетесь здесь, в чат-рулетке этой? Ну, бывает, да? Как, они нормально? Кому? Ну, к вам. Ну, а что они должны быть? Молдова. Ну, я... А что ненормально-то? Нормально. Нет, уже не так. Вы в Европу, вы там прямо брызги со рта летят, блин. Не знаю, мне ничего такого никогда не говорили. Говорит, что... Я даже, кстати, не спрашивала, как они относятся к тому, куда мы идем, в Европу или еще куда-то. Я тоже не спрашиваю. Ну, у нас с ними другая история, как бы сейчас, в данный момент. А что у вас? Какая у вас Ну, история? война ждет. А, ну это да. Это я знаю. Ну, так на этом фоне и... Ну, вот я только одного не могу понять, как вот... ну, ладно, нас. У нас, короче, есть, скажем так, спорная территория, да, у нас есть Приднестровье. А вот, и наша, короче, принчипесса, ну, наша... А, ну, короче, это по-молдавски принцесса, да? Наша президентка. Она, ну, я так понимаю, что она готова идти ну, в Европу, да, без Приднестровья. То есть она готова отказаться от части территории. Вот. А как вы на этот? Вы готовы идти без тех территорий, которые у вас ушли? Там мы же еще неизвестно, как с этими территориями, или когда мы их заберем. Так, а ну подожди, тут либо в Европу сейчас, либо идти забирать еще лет 10. Поэтому наша, короче, наша президентка решила, что, ну, что мы идем без части территории. Получается, она отказывается от большого куска Молдовы. Ну, Приднестровье – это большой кусок Молдовы. Это примерно, это даже больше, чем ваша территория, если по совокупности брать. Ну, у нас же маленькая Молдова, да? Если в процентном соотношении, да, то наша отдает даже больше территорий, чем у вас сейчас как бы забрали. Понял, да? Ну, поэтому... Что-то процент 50% что Ну, ли? Нет, или нет, там не 50, но процентов так хорошо 20, потому что, ну, мы сами по себе маленькие, да, и как бы я был. Приднестровье относительно Молдовы, ну, вот относительно нас, да, мы большой кусок, мы 1/3 как минимум. Я не Ну, вот знаю, как даже как-то а нас. наша готова отказаться от 1/3 территории ради Европы, а ваши? Готовы отказаться? Готовы отказаться. Пока ничего не говорят об этом. А если вот они откажутся, как вы будете? Ну, наши, например, люди, вот молдаване, они воспринимают это нормально. То есть они считают, что ну не хотят и не хотят, и хер с ними, знаешь, как говорится. Мне тот Донецк, там все равно нету ничего такого, что Украину как бы... Как по мне, там нету людей, как мне кажется, которые поддерживают Украину в том Донецке. Ну, Может, и у есть, нас но... тоже в Приднестровье нет людей, которые поддерживают Молдову. Поэтому и отказываются наши правители. Может, и наши откажутся. Я не знаю пока. Но Но есть надежда, все то, подожди, что... ну а как ваши могут отказаться, если у вас, ну, скажем так, блин, ну это, блин, вы 10 лет за это воевали, слушай, вы пытались вернуть это, ну, там, непризнанные области, вы... Наши-то сразу, у нас хоть и была война, но мы быстро закончили, мы там за полгода закончили, знаешь, воевать и все. А ваши уже, извини Война... меня, 10 лет, столько жизней, вот сейчас вот считай опять война, вы же тоже пытались все это время вернуть эти территории, столько жизней положили, как вот так вот отказаться, вот как вы сможете, не знаю. Нет, ну я разговора у нас нету такого, чтобы отказаться. Разговор пока идет только о том, чтобы забрать, выйти до границы 91-го года. И
Я думаю. Я думаю, все-таки ты как человек уже, ну, скажем так, не глупый, да, понимаешь, что это уже нереально. Нет, почему нереально? Реально, только если бы дали оружие. Мы бы их давно уже выгнали Так, туда-обратно. а ты что, не В Россию. понимаешь, а ты не понимаешь, что вам не дойдут и не дают и не давали того оружия, которое вам нужно? Да. Совершенно верно. Поэтому, если раньше не дали, то что ты думаешь? Ты думаешь, сейчас дадут? Они дают так, чтобы мы не выиграли и не проиграли, блин. Они дают так, чтобы, скажем так, стояли на одном месте. Да, чтобы больше крови было. Вот и все. Короче, это все фигня какая-то, блин. Ну, а как ты думаешь, все-таки, вот если ваши решат идти? Ну, я так думаю, что это и условия Европы. Если вы идете, значит, ну, как бы вы заходите без спорных территорий, потому что им нахер не нужно в Евросоюзе Я вот бы эти спорные стал, территории. как по мне, это Европа продажная, блин. Не знаю. Что они? Ну, не знаю, наши Что они? радовались, что подписали, что Ну, ассоциацию подписали, что вот хорошо. сейчас. Что потом нас Дали. приняли члены в члены, а сейчас нам открыли переговорный кейс, то есть открыли переговоры, дали без виз. Наши очень, очень довольны были. Не, ну понятно, есть моменты, которые нужны, но А какие эти я вот не в моменты? Ты про без я виз, в что плане ли? того, что как бы нам они что? Они обещали нам одну помощь, а вообще не давали ничего. Не, ну, Ну, насколько я помню, такое. они даже и не обещали особо. Не, ну как не обещали? А Обещали. что они говорили? Они же не говорили, что мы будем воевать с вами. Они говорили, мы вам помогать. Ну, вот, нельзя же сказать, что они не помогают, правильно? Ну да, но нельзя сказать, что помогают, и нельзя сказать, что не помогают, да. Совершенно верно. Они же не Такой. понимаешь, это такие иезуитские выражения, знаешь, которые вот потом вводят в ступор человек вроде, о, я буду тебе помогать, понимаешь? И тебе кажется, что вот он, что, ну, в нашем понимании помогать, он станет с тобой плечом к плечу, да, там, это. А он такой раз и тебе, блин, там, дает какой-то один патрон, когда тебе надо 200, понимаешь, вот. Тут еще воров своих куча, блин, которые Не, ну они, нажились ну хорошо. они же это учитывают, что думаешь, они не знают, насколько у вас там коррупция сильна, что ли, так же, как и у нас. Такое, блин, все. Они, когда что-то дают, они всегда учитывают, сколько стырят. Потому что они, мне кажется, сами участвуют в распиле, вот, потому что ну, так бы не давали, блядь. 100%. 100%, блин. Там откат, наверное, получают, блин. Ну, да. Нормально. Так что так, ладно, что, и встретимся в Европе, как говорится. Да, может быть, да. Все, Давай, пока. давай, давай, пока.